И Ветти была учительницей английского языка в лингвистической школе, куда я ходила по выходным и во время каникул. И вот однажды мы полетели в Англию с двухдневной пересадкой в Москве. И в один из походов Иветти попросила у меня в долг 1000 рублей на сувениры. Я без раздумий и даже с радостью согласилась помочь своей учительнице. И как вы могли догадаться, деньги быстро кончались. Я начала спрашивать у Иветти о долге, про который она, похоже, и вовсе забыла. Она все время отнекивалась, просила подойти позже или в другой раз. Но в другой раз, видимо, совсем потеряв терпение, она мне сказала фразу, которая заставила меня пересмотреть все мое отношение к людям. И Ветти очень нервно повернулась, нагнулась ко мне и сказала: «Люда, ты зануда, вот поэтому у тебя и нет друзей». Потом она быстро развернулась и ушла. Больше я к ней по поводу денег не подходила. Когда мы вернулись домой, я рассказала об этом родителям, но мама решила не портить отношения с такой хорошей учительницей. Поэтому моя обида осталась неотомщенной.